Здравствуйте, уважаемые мои подписчики, подписчики моего канала. За последние дни вы сказали столько добрых слов в мой адрес и дали такие оценки снятым мной видео, что я счел необходимым поговорить с вами и выразить свои чувства и эмоции, которые в связи с этим возникли. Я очень благодарен вам за все те теплые слова, за все те оценки, которые вы пишете в комментариях. Ведь моему каналу 11 лет. Он создан 2 января 2008 года. Активно я начал публиковать видеозаписи где-то в 15-16 годах. Но почему-то выстрелили они только полгода назад. Многие из вас смотрели те видеозаписи по делу Ичтовкина, когда этот совершенно безумный человек, муж подполковника полиции, напал на меня, избил учительницу своей дочери. Вот тогда как раз произошел резкий рост. Да, рост интереса к моему каналу, но потом он угас. И вот где-то зимой, вот текущей зимой, неожиданно мой канал вы стали смотреть, стали подписываться, и вот сейчас уже 150 тысяч подписчиков, и я очень вам за это благодарен. Но те слова, которые вы все пишете в комментариях, все ваши оценки, они прямо тронули меня до глубины души. Это значит, что все, что я делаю не зря и не напрасно. Ведь все эти видео, они не постановочные, они отражают именно реальные события. Причем сняты эти видео в очень сложной обстановке, когда очень сложно сдерживать себя, очень сложно держать себя в руках, на что многие из вас обращают внимание. И вы все это видите, вы все это цените, и это очень приятно для меня. И я понимаю, что все, что я делаю не зря. Это оказывается востребовано, это оказывается нужно, значит, я буду продолжать. Я хотел бы вас отблагодарить. И в честь вот этих 150 тысяч, этой цифры, я готов отвечать на некоторые вопросы. Предлагаю вам в комментариях к этому видео задавать вопросы. И на наиболее часто встречающиеся, наиболее интересные, я готов дать ответы. Конечно же, я не смогу ответить всем, заранее прошу прощения, но на большую часть постараюсь ответить. Я планирую в ближайшее время начать съемку именно обучающих видеороликов, где я буду каждый раз поднимать какие-то небольшие вопросы, их освещать. Есть спрос на такие видеозаписи, то есть это будут юридические консультации, юридические видеоконсультации. Теперь поговорим о качестве. Я вижу, что многие из вас говорят о том, что нужно поработать над качеством, над звуком. Я согласен, но хочу пояснить. Вы поймите, что ведь все эти видеозаписи, они, как я уже отметил, не постановочные и сняты они внезапно. Вот возникла какая-то ситуация, которая требует незамедлительной видеосъемки. Достаем телефон, достаем фотокамеру, начинаем снимать. Качество на телефон, оно, конечно, плохое. Ну, вот такой простой телефон у моей жены. Ничего страшного в этом нет, но обещаю, поработаю над этим. У меня есть канал в Инстаграм. 2 месяца назад я завел этот канал, и уже более 1000 человек подписались на него. Предлагаю подписываться на него, потому что там я появляюсь чаще, как вы, наверное, можете догадаться, видеозаписи и вот события, подобные тем, что запечатлены на самых последних видео, они происходят не так часто, а новости и какие-то мысли, они возникают гораздо чаще, именно их я и публикую в Инстаграм, поэтому подписывайтесь. Также у меня есть аккаунт ВКонтакте, там можно задавать мне вопросы. Но прошу иметь в виду, что моя юридическая деятельность – это не хобби, а работа. И я, к великому сожалению, не могу позволить себе отвечать на все вопросы, которые мне задают, потому что тогда у меня не останется просто времени на работу. Поэтому консультации, которые требуют какого-то внимания, они, конечно же, платные. Но плата невелика – 500 рублей за письменную консультацию и 1000 рублей за устную консультацию, если того потребует клиент. Если вам нравится то, что я делаю, если вам нравятся мои видеозаписи, я прошу вас меня поддержать. Сделать это очень просто, механизм известен, все вы его прекрасно знаете. Это лайки, это подписка, это репосты, и это полный просмотр рекламы. Это несложно сделать, но именно это поможет мне и поддержит, и поможет оставаться независимым, а это крайне важно. Еще раз всех благодарю от самого сердца, потому что мне очень важна ваша поддержка, ваши оценки. Потому что я понимаю, что я делаю важное дело, и это востребовано. Спасибо вам всем. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Мой канал будет развиваться, обещаю, будут новые видеозаписи. Пока.